Комментарий к патенту. Малоразмерный беспилотный летательный аппарат для мониторинга техногенных катастроф, пожаров и территорий. И второй патент. Комплекс мониторинга чрезвычайных ситуаций. Эти два патента идут вместе. Это гражданский проект, призванный создать новое предприятие. Новое предприятие, в которое будет уже заложена социальная ответственность. То есть, иначе говоря, мы вписываем во владельцы, авторов это не касается, во владельцы юридические лица, уже существующие предприятия, физические лица, и объекты социальной среды, детские дома, поликлиники, моделирование гражданских проектов в любой отрасли хозяйственной деятельности. Для чего это сделано? Для чего это было задумано? На ранней стадии создания технологии и подачи заявки в Федеральный институт промышленной собственности авторы того или иного изобретения несут, в общем-то, полностью ответственность за свое авторство. И только они решают, что они хотят с этим изобретением, показать ли они его миру, людям, есть ли у них намерение внедрения этого изобретения в хозяйственную деятельность. И они принимают решение или продавать этот патент, что в принципе на протяжении долгого времени после развала Советского Союза социальная среда, сознание, право сознания человека в России, оно больше преследовало рыночную экономику и свою собственную выгоду. Поэтому основная масса патентов в России продавалась или была выставлена на продажу.
авторы данного изобретения сделали, пошли от обратного. Они решили подарить, разбить доли в своем изобретении и подарить это изобретение обществу. То есть неважно какое изобретение, то есть собственность, то, что могло бы стать собственностью, предмет собственности. В течение 20 лет из России вывозились деньги, материальные ценности, средства. Эти средства были накоплены в течение долгого периода времени. Это наследие большого промышленного комплекса СССР. Платон писал в «Государстве», формула «олигархия» – это проблема, реакция, решение. Формула сознания. Но есть и другие модели. Сегодня мы отдаем часть технического решения государственному предприятию, государству, в лице какого-либо предприятия, дабы к этому изобретению был интерес и к его развитию, внедрению, вообще интерес к научно-техническому решению и вообще к этой отрасли, к научной отрасли. Мы отдаем часть научно-технического решения потенциальному предприятию, которое могло бы его внедрять или заниматься его внедрением. Мнение авторов о том, что изобретение полезное, нет сомнений. И при его внедрении правообладатель будет получать суперприбыль. Дабы была эта прибыль полезна обществу, мы отдаем часть детскому дому-интернату, социальному учреждению. В общем-то, это не новая модель. Она существовала в Советском Союзе. Если вы человек среднего поколения, вы помните детские сада, поликлиники, ведомственные, когда предприятие содержало на своем балансе детские сады, где ходили их дети их служащих, рабочих. Это поликлиники, где они лечились, обслуживались. Это социальная модель, призвана улучшить экономическую среду в России, повысить гражданскую ответственность. Мы включили в патент людей, которые уже являются брендами.
представители шоу-бизнеса, культуры. Данное решение можно рассматривать как маркетинговое. Маркетинговое решение, авторское решение, что сокращает кратно расходы на рекламу, на пиар, на продвижение в средствах массовой информации. Также это событие находится в русле инновационной политики государства и молодежной политики. Однажды я подошел к юристу и спросил, а вообще возможно ли включать подобные гражданские проекты сразу детей? То есть ребенку неважно, год, два, три. То есть это поколение, это это то поколение. На что он мне ответил, ну почему же в других государствах дети при рождении получают часть бюджета. Мы представляем внебюджетный источник финансирования. То есть это новый источник финансирования, который происходит из изобретения, из нового явления. Хотел бы, говорит, я с детства родиться и получить права в легкой промышленности. В какую-то другую авторскую услугу, которая приносила бы доход и обеспечивала бы мое достойное существование. Мы заинтересованы создавать такие проекты международного характера, основанные на российском научно-техническом решении. То есть российское авторство. Хотя мое мнение авторства не существует. Это единое информационное поле, а авторство, терминология, термин авторства это скорее юридически им же изменяемое. То есть это не что иное, как экономическая настройка, модель, бизнес-модель, когда-то придуманное изобретение. На базе российского приоритета мы можем создавать международные предприятия. И самое простое решение создания на самой ранней стадии – это заявление. Заявление в Федеральный институт промышленной собственности исключительного списка тех предприятий, которые уже впоследствии принятия положительного решения и выдачи на патент, а патент это ценная бумага. Это свидетельство о собственности.
В общем, есть о чем размыслить.